46 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявлено в Магадане за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области на COVID-19 обследовано 100 957 человек. За весь период пандемии заболели 5 199 магаданцев. С выздоровлением выписано 4 009 калымчан. Роспотребнадзор информирует о том, что необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры. В общественных местах следует надевать маску, перчатки, пользоваться антисептическими средствами и чаще мыть руки с мылом. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.